Меня зовут Ироника Анастасия, мне 16 лет, учусь в 10 классе, занимаюсь танцами, пением и все. Мне кажется, любая девушка хочет стать мисс города, и я тоже решилась, почему бы и нет, почему бы не попробовать себя в чем-то новом. Я подумала, что у меня есть все качества мисс города Добрянки, например, красота, ум, целеустремленность и все. Конечно, победа. Я считаю, что красивая девушка должна быть не только красивой внешне, но и внутренне. То есть у нее должен быть богатый внутренний мир, она должна быть образованной, достойной. Через 20 лет я живу в Америке, занимаюсь своим любимым делом, например, экономика, пусть будет. В красивом доме, с мужем, счастливым.